Здравствуйте, дорогие участницы нашего СП. Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала. Приглашаю вас к просмотру заключительного отчета по совместному проекту «Богатство и благополучие». На мой взгляд, это один из сложных проектов, так как строить новую реальность всегда сложно, и у многих участниц работы вышивались медленно, но также есть девочки, которые вышивали много и быстро. В любом случае, мы все хорошо потрудились, и давайте посмотрим на отчеты. Представляю вашему вниманию отчет Ангелины Орловой. Это оригинальный набор фирмы «Золотое руно», называется «К дальним берегам», MM013. В набор входит канва Цвайгард 16 каунта и ниточки Мадера, а также ниточки, светящиеся в темноте. У Ангелины не получилось завершить данный проект, но тем не менее работа продвинулась, и Ангелина очень рада, что поучаствовала в нашем совместном проекте, надеется на второй сезон. Если честно, я тоже надеюсь на второй сезон, потому что одна из моих работ тоже не очень продвинулась. Но посмотрим, как у нас будет настроение, может быть и сложится все-таки второй сезон. Тем не менее, наши работы все-таки продвинулись, и это тоже достижение. Поздравляем Людмилу Хараян, которая собирает осенний урожай. В прошлом отчете была готова тыковка от Милхил, а в этом отчете уже готов прекрасный яркий солнечный подсолнух. Это оригинальный набор фирмы Милхил, очень красивая работа. И, конечно же, у Милхил есть замечательное украшение в виде пуговки, вот такая вот букашечка. И оформлять данную работу Людмила будет в рамку из Леонардо. Надеемся, мы тоже увидим это оформление. Поздравляем Светлану Кузнецову также с финишем. Светлана завершила второй оберег. Это крупинечка и богаче. Работы небольшие, но, как пишет Светлана, вышивала их с огромным удовольствием. И Светлана также очень рада, что поучаствовала в нашем совместном проекте в приятной атмосфере и компании. Ну а мы поздравляем с таким прекрасным финишем. Татьяна Муратова присылает нам почти готовую работу, но чуть-чуть не хватило времени у Танюши завершить бэк, но тем не менее работа практически завершилась. Работа замечательная, красивая. Пишет Татьяна, что всему виной дача, сбор урожая, подготовки к зиме, конечно же, это самое главное. Ну и, наверное, работа получилась очень символичная. Здесь у нас девушка с полными ведрами. Вот, все в дом, все в дом. Желаем удачи. Елизавета Хлюстова вышивала в нашем совместном проекте авторскую схему Натальи Черепановой «Аквариум» по рисунку Алексея Долотова. Размер 300 на 225 крестиков. Канва здесь Belfast 32 каунта. Размер готовой работы 48 на 36 сантиметров. Использовалось 52 цвета, 6 блендов, ниточки SHS. И пишет нам Елизавета, что размер все-таки получился 46 на 35 сантиметров. Данную работу Елизавета очень полюбила, вышивалась работа легко и с удовольствием. И дочка от этой работы в полном восторге. В процессе почти каждый день смотрела, кто новый появится. Теперь эта работа будет жить в детской комнате. Но вы знаете, отшив данной работы, я тоже долго рассматривала и просто удивляла, сколько здесь различных персонажей, деталей, какие-то интересные действия происходят. Волшебная работа, и я приглашаю вас рассмотреть фотографии поближе и тоже найти ваш любимый интересный сюжет. Thank you.
У Ирины Силаевой очень активно проходит процесс вышивки, и всегда много процессов в работе. Ирина нам представляет уже готовую работу «Подсолнухи», это по Ван Гогу. Также за месяц Ирина начала и завершила двух замечательных милых мишуток с тыковкой и с корзиной с фруктами, как символ изобилия и, конечно же, осени, сбора урожая. Также хорошо продвигается сэмплер «Лог Лондог». Есть новый старт, это пиратский корабль на удачу. Ну и продвинулся процесс фирмы Joy Sunday. Это процесс называется «Зонтик», работа называется «Зонтик». Здесь вышито очень-очень много. Вот такие замечательные успехи у Ирины. Представляю вам нашего гиганта. Эту работу вышивала Екатерина Плотникова. Данный процесс разработан дизайн по картине Уильяма Морриса «Дерево жизни». Сюжет популярный и в западной, и в восточной, и в мусульманской культурах. Символ гармонии, взаимосвязи всего сущего, счастья, процветания. Размер работы 70 см на 1 метр. Использовалось 27 цветов. Израсходовано 1 кг 200 грамм шелковых нитей. Екатерина благодарит за проект, пишет всем, передает всем привет. Ну и, конечно же, нам представляет фотографию полностью готовой работы, постиранной, поглаженной. Посмотрите, какая она большая и очень-очень красивая. Шикарный проект, и очень быстро вышилась эта работа. Я даже не представляю, как Екатерина смогла вышить так быстро такую работу, да еще шелковыми нитками, так сложно ими вышивать. Это просто супер. Поздравляю еще раз. А вот и еще одна готовая работа. И не просто готовая работа, но оформленная работа. И данную работу нам представляет Настя Маркова, которая вышивала эту работу по оригинальному набору фирмы «Золотое руно». Называется «Замечательное лето». Настя первый раз вышивала набор от фирмы «Золотое руно». В данный набор у нас входила канва белого цвета 16 аккаунта и также 75 цветов ниточек Мадера и еще 5 блендов. Представляете, работа насыщенная, но результат, посмотрите, какой хороший. Отличная проработка и оформление подходит прекрасно, лаконичное оформление. Поздравляем с таким финишем и с оформленной работой. Наши участницы творят чудеса. Принимайте отчет от Татьяны Буркицы. Пишет: «Юля, доброго вечера. Вы оказались правы, и я закончила свой прекрасный маяк. От работы у меня остались приятные впечатления. Дизайнер, на мой взгляд, прекрасно проработала схему. У меня получилось вышивать достаточно большое количество кресиков одним цветом. Бэк также у меня не вызывал проблем, и он в основном счетный. Мне очень нравится здесь небо, такие приятные переходы цветов. Очень рада, что успела закончить эту работу сквозь замочную скважину от Анастасии Еремеевой. Спасибо вам за интересный СП». А я поздравляю вас с готовой работой и очень-очень рада, что у вас получилось ее завершить в такие рекордные сроки. Еще раз поздравляю. Ну и мой отчет. У меня тоже финиш, и чему я очень-очень рада. Я марафонила, я старалась, я спешила, и у меня все получилось. Это магнолия, чаша с магнолией, дизайн фирмы Dimensions, давно снятый с производства. Но я вышивала не по оригинальному набору, а по сборке из магазина «Клубок желаний». Эта работа волшебная для меня, потому что она вышивалась на одном дыхании и очень-очень долгожданная. Я давно мечтала вышить, и благодаря нашему совместному проекту я все-таки осилила эту работу и полностью-полностью ее завершила. Прекрасный результат, и я думаю, что работа у меня все-таки скоро оформится. Ну а на этом наш совместный проект «Богатство и благополучие» завершился. У нас сейчас готовятся новые совместные проекты. Пожалуйста, переходите по ссылке в инфобоксе, смотрите. Если вам интересно, мы всем рады. Присоединяйтесь в нашу дружную компанию, и мы будем вышивать и продвигать
наши любимые проекты и процессы. Какие-то работы не вышиваются полностью, не хватает у нас времени, но даже то, что мы их продвигаем, это уже большой-большой плюс. На этом у меня все. Спасибо всем за компанию, за участие в совместном проекте. Желаю вам успехов, хорошего настроения. До новых встреч. Всем пока.